Всем привет. Я сейчас в Берлине. Сегодня был в Гамбурге. Вы знаете, Берлин меня радует. Намного приятнее, чем Гамбург. По крайней мере, тут солнышко, и это уже круто. У меня температура, насморк и прочие прелести. Но здесь так приятно, что мне даже стало легче. А еще меня вот впечатляют такие какие-то космические непонятные здания. Футуристические. Или постиндустриальные, как назвать. Ну, короче, немцы вообще выдумщики. Смотри, что это за здание? Оно где-то безумно абсолютно. И вообще какой-то памятник в виде чего? Скажите мне, пожалуйста, что это? Класс, ребят. В Берлине на самом деле мягкая осень. Это очень приятно. Я даже вдохновился. Потому что, честно говоря, Гданьск. Так утомили эти дожди. Это просто капец. Каждый день серость, каждый день дожди, влага. Ужас. У меня уже даже депрессия возникла. И заболел на фоне этого всего. Ну, заболел еще в Гамбурге. Я точно из Гамбурга приехал. Гамбург тоже офигенно жесткий город. А вот Берлин мягкий, приятный. Я тут пожил, короче, некоторое время. А что было в Гамбурге? Ребят, на своей шкуре проверял одну теорию. И могу вам сказать с полной уверенностью о том, что работать нелегально в Германии возможно. Я поработал один день. Но сразу говорю, это ад, пацаны, это такой ад, что в этом аду водятся черти молдаване. И молдаване там херячат все дурные. Я проработал немножко на DPD складах. Это, короче, коробки тебе летят со всех сторон, и ты как этот складируешь их, как неугомонный папа или кто-то. В общем, без остановки, 10 часов подряд. Можно с ума сойти, сдвинуться. Причем коробки, каждая вторая коробка охренительно тяжелая. В общем, на третий час работы я уже подорвал себе спину. Да, вы будете ржать, типа, ну блин, я же не грузчик. Со мной работал там украинец один, Антон. Так ему было нормально, говорит, ну что, деваться некуда, бабки он закинул за то, чтобы попасть сюда, на эту вакансию, на это место, куда я попал бесплатно, что нашел в интернете контакты и так далее. Он отдал вместе с женой по 1000 евро, они заплатили за визу, за все дела. По 1000 евро в агентство. Им обещали одно, им приехало, охренели с женой и... Совсем другая история, не то, что им обещали. Ну, как бы, ставки 6 евро в час. На больше можно не рассчитывать. Условия работы, это я вам сказал, 10 часов, ты херачишь эти коробки шедурной. Потом ты едешь домой с этой бандой молдаванов и живешь как в цыганском таборе с этими молдаванами. Они, блин, не самые приятные сожители, отвечаю. И потом... ребята, вот и все, цыганский табор спит 3 часа и выезжает снова на смену. Обалденное расписание. В общем, и так они хреначат по 2 смены в сутки, спят перерывами 3 и 2 часа днем. Классная работа, кто хочет, посоветую, пацаны, бабок подымите, реально, в евро. Я тоже думал поднять, но не,
подорвался, геморрой вылез, не смог. Я просто тащусь с этого всего, ребят. Это жесть на самом деле. Ну типа, сладких условий нет. За границей нет. Но для украинцев вообще нет. Поэтому нужно, пацаны, учить что-нибудь. Нужно иметь профессию, ехать через проверенные фирмы, агентства. Например, у меня знакомый уехал сварщиком в Германию и вполне себя хорошо чувствует. Вот это вариант. А так, раздобаем, разнорабочим, ехать куда, непонятно куда. Реальное рабство, реальное, пацаны. Польша отдыхает просто, вот напросто. Польша комфортно, ты можешь найти работу, которая будет тебе более-менее приемлема, и жилье, и так далее. У тебя еще будет время оставаться, например, на то, чтобы в магазинчик сходить, погулять, еще все посмотреть, что-нибудь. И здесь нет такого. Тут настоящее рабство, немецкое. Причем заправляют всем русские, грузины, евреи, молдаване. Не молдаване, именно там шестерками бегают. Молдаване, кстати, противнющий народ, отвратительный. Вообще не хочу с ними дело иметь. Хотя, когда работал в Дыне, приходилось с молдаванами контактировать. Я даже им помогал, как бы, потому что жалко, блин, они вечно такие нищеброды. Ну а сейчас попал в ситуацию, когда на работу приходишь, и там вокруг молдаване, и они еще и командуют тобой. И в этой ситуации, как бы, украинец, хохол вообще полный ноль, нищеброд. В общем, такая вот история. Но, ну ничего, ничего, пацаны, ничего. Неприятно, сложно, стрессово. Потратился деньгами. Деньжищами, друзья, денег потратил на впечатление, на то, чтобы опыт получить, чтобы на своей шкуре проверить, почувствовать. Ну, не сидится мне, блин, на одном месте, не сидится. Но денег уходит колоссально. А вы еще обижаетесь, когда или говорит кто-то, что вот все должно быть бесплатно, дайте мне работу бесплатно, агентство кидает. Да, конечно, кидают. Но есть люди, которые просто берут деньги за помощь, за информацию, за консультацию, которую вы сами нигде не возьмете, потому что человек знает, человек опытом прошел и может помочь. И это действительно нужно ценить и благодарить за такую информацию. Потому что вот в Европе шары нет, тут настолько все завязано на деньгах, что просто Украина отдыхает, Польша тоже отдыхает, в Европе жестко, в Германии, Дании, в Норвегии-то вообще молчу. Так что ладно, у меня сейчас еще автобус, и я, знаете, куда еду? Еду в тот город, с которого все началось, во Вроцлав. Так что пока, до новых встреч.